Фух, должно быть уже приехал. Так, блин, или нет? Странно. Да, вроде там должен быть кто-то, я должен посмотреть. Жаль, что у меня машина сломалась. Может, человек там не поможет. Или же нет. Странно, что может аптечка скрывать? Может, он может быть... Здравствуйте, сэр. Сэр? Это меня муж, мальчишка. Странно. Здравствуйте, сэр. Как вас зовут? Виктор. Виктор Гробовщик. Оу. А кому эта могила? Почетному гостю. Оу. Ну, до свидания, сэр. Проваливай, мальчишка. Тебе здесь не рады. Странный этот человек, дядя Виктор. Виктор. Ну да, вот звать его дядя Виктором. Странно. Пожалуй-ка выспись. Сегодняшний день Виктор хорошо выспится. А то он все время работает. И работает. Странно он какой-то. Пойду-ка в свой фургон. Вот бы Роуз это место увидела. Эх, было бы прикольно. Спать пора. Какое же чудное утро. Так, жаль, что Роуз не со мной. Ничего, у нас все с ней спокойно, все отлично, пора одеваться, кажись, нежели выходить в таком обличии. Так, вот теперь я готов. Пора идти. Ой, так. Блин, надо бы уже пойти, поговорить с ним. Может, он мне поможет как-то? Странно, что дядька долго не выходит. Может быть, интересно, кому там вообще остальные гробы стоят? Интересно, чего же этот дядька такой хмурый? Сэр, дядя Виктор, дядя Виктор? Здравствуйте, дядя Виктор. Это кому памятник, дядя Виктор? Моей жене. Она умерла, я поставил ей этот памятник. Хорошо, дядя Виктор. Странный какой-то. Совет. О, мой светокамень. Смотри, дядя Виктор. Дядя Виктор какой-то злой сегодня. Может, он не в настроении сегодня? Странно. А что делаете здесь? О, какой здоровяк. Странно, я здесь не... Кто это поставил так? А? Что там? Странно, там ничего нет. Сэр, вы чем доходили? Скажите мне, пожалуйста, про дядю Вик. Я не знаю, что совершил, но... Фух. Я позвоню время... Что за... Давненько я здесь не был, в этой водичке. Ух. Да уж, больно нападать. Жалко, что я не ихтиандр. Например, вот бы когда умру, то я бы стал ихтиандром. Было бы прикольно. Сэр, странно, чего они вообще-то мне хотят? Чего эти жители вообще могут прятать такого? Может, там я узнаю? Ага, что за разыскивается? Странно. Жаль, что я без Роуз. Сэр, расскажите мне про дядю Вик, про этого Виктора, гробовщика. Он злой человек, он всех ненавидит из-за смерти жены. Оу, понятно. До свидания, сэр. Пам-парам-парам-парам-парам-пам. И хапам-парам. Может быть, когда-нибудь переночу в этой деревне? Да, вот где надо идти. Здравствуйте. Так, дядя Виктор. Дядя Виктор. Проваливай, мальчишка, и не спать. Хорошо, дядя Виктор. Зови меня Виктор Гробовщик. Ладно.
Неважно, странно он какой-то. Ладно уж, пойду-ка спать. Раз пора спать, то лучше пойду посплю. Потом, может, когда-нибудь снова сразу свяжусь. А так хотя бы найду себе, чем машину подзарядить. Пора уже переодеться, вернем. Отлично. Что за... Разве дядя Виктор не спит? Странно-то все кажется. Надо бы посмотреть, что дядя Виктор задумал. Как, однако, я гулый, если честно. Посплю-ка сейчас немножечко. Да. Нет, я не должен спать. Иначе я не остановлю его. Я должен остановить его. Так, аккуратно и тихо. Так, Трэвис, тихо. Вот, все тогда лучше. О. Как же болят ноги. Блин, холодная сегодня ночка. Но я должен дойти. Ты справишься, Виктор. Ты справишься. Ты справишься. Ну все, что вы делаете? Если ты не можешь так жить, я тебя изобью и утоплю. Наконец-таки мне есть этот день. Теперь я могу уехать отсюда навсегда. Uh-huh.